прошу всех занять свои места, и мы начинаем наш концерт. Детей, которых вы увидели сейчас играющих на инструментах, никогда
не касались музыкальных инструментов до прошлой субботы. And for them to provide. They really are amazing, aren't they? Они же невероятные, правда? We are very honored today to have the Philharmonic Orchestra accompany the children. I would like to have you express your gratitude. Мы очень благодарны симфоническому оркестру оперы, который аккомпанирует нашим детям. Пожалуйста, поблагодарите их. У нас были три отличные принимающие партнеры, но мы о них вам расскажем позже. Елена introduced me. I am Connie Fortunato. I would like to introduce our project coordinator and director for Music Camp International Ukraine, Дарина Балянска. Разрешите представиться. Меня зовут Констанция Фортунато. И также я хочу представить координатора наших проектов в Украине Дарину Белянску. Children are going to sing several different kinds of music today. They will sing in four languages. Дети сегодня будут исполнять разную музыку и петь на четырех языках. The first song needs no introduction. You will know it. Первая наша песня не потребует никакого представления. Вы ее узнаете. But the second song is a classical masterpiece. By Haydn from his great oratorio, The Creation. Но второе произведение будет композитора Гайдна из его великолепной оратории Создание. Thank you.
Песня, которую только что исполнили дети, была на латыни, а следующая будет на испанском. It's an encouragement to all to sing together with joy, with one voice. Это призыв ко всем петь вместе, с радостью и в один голос. It is a prayer that hunger and war will come to an end. Это молитва о том, чтобы голод и война подошли к концу. And it is a prayer that each one of these children recognize that within them is the ability to make a difference in their world. И это молитва о том, чтобы каждый ребенок понял, что внутри его есть какие-то способности, которыми он может воспользоваться для того, чтобы война закончилась. It is called to believe. Ее название to believe. Thank you.
children further. Большое спасибо. Момент, я вам дам сказать спасибо вашим детям. I want you to know that it's been my honor this week to work with a great team of teachers. An undertaking of this magnitude is not done by one or two people, but I've had a wonderful team of teachers, and I would like them, please, to come. Я хочу представить вам учителей, которые работали с детьми на протяжении всей недели. Пожалуйста. Отсюда не будут выходить никогда и будут стремиться сюда попасть чаще вместе со своими родителями. Я хочу вынести большие слова благодарности Констанции за то, что этот проект дал возможность вот этим деткам почувствовать себя организованными, почувствовать в себе уверенность, силы, возможность, краткие сроки. Я вот сегодня говорил, кстати, в одном интервью о том, что у нас вот, в жилах наших детей, в генах наших детей живет украинский соус-пив. И достаточно небольшую капельку живой водички дать туда, и наши дети откроются и дадут невероятные успехи.
покажут свои невероятные успехи. Я хочу поблагодарить Галину и всех организаторов, которые принимали участие. Я хочу поблагодарить оркестр, который в краткие сроки дал возможность нам послушать эту прекрасную. Я желаю этому проекту успеха, процветания и всего самого лучшего. Счастья вам, вашим семьям и вам, детки, огромных-огромных успехов. А родителям огромное спасибо. Благотворительный фонд.
обещание. Нам помогал любимый фонд «Нова Украин». Нам помогал немецкий фонд. Нам помогал еще один немецкий фонд. У нас на сайте все написано. Поверьте, это И наконец, я прошу подойти главу департамента Международного конгресса защиты прав и свобод человека, уважаемого Гордиенко Юрия Николаевича. Его помогу здесь два слова. Добрый день, уважаемые друзья. Этот проект, который сегодня прошел в Харькове, можно назвать поистине восьмым чудом света. То, что сделала Констанция за то столько короткий промежуток времени нашим многим учителям, лет не хватает. Годами люди занимаются, и благодаря вам, Констанция, наши дети почувствовали в себе силу. Каждый ребенок, он талантлив по-своему. Но опять-таки, благодаря вам они почувствовали в себе силу, они нашли в себе уверенность, они почувствовали себя народными артистами, заслуженными артистами Украины, какие они сейчас есть. И будем надеяться, что мы их увидим на этой же сцене, уже со званием заслуженными народными артистами Украины. А вас от имени и по поручению Международного конгресса по защите прав и свобод человека вручить вам вот такой диплом за вашу доброту и любовь к детям. For them to learn that amount of music and memorize it in four languages in 5 days, when most of them are not experienced singers, I think is very extraordinary. And I would like you to applaud your children. Выучить такое количество музыки на четырех языках, учитывая то, что они неопытные, я считаю, что это огромное достижение. Я хочу, чтобы вы поаплодировали своим детям. Спасибо и хорошего вам вечера.